Короче, мы сейчас будем снимать очень классный видос. Ребята будут прятать у меня свои машины, и я, как вот, должна буду их найти в ограниченной зоне. Время, за которое вы должны будете спрятаться, это типа час где-то. Кто не спрятался, я не виновата. Я буду искать в труднодоступных местах. Я думаю, что мы должны спрятаться очень-очень хитро. Потому что так можно спрятаться в машинах. Понимаешь, когда куча машин стоит, тебя, скорее всего, не будет заметно. Ручки спотели? У нас остается ровно 5 секунд до начала моих поисков. Кто не спрятался, я не виноват. У вас будет целый час, ребята. Я буду пока медленно пробираться, как касатка к пингвинам. Здрасте. А вы случайно здесь не видели X5? Они тоже снимают. Вы видели какого-то чувака с камеры, да? Побежали! Я потом это снится будет в кошмарах, как он гремит. Помнишь сестру Янчика? Да. Спрятались, называется, пишет. Янчик! Есть такая фраза. Если хочешь что-то спрятать, спрячь на самом видном месте. Ребята, всем большой привет! Сегодня мы снимаем супер-классный видос такой классной компании. У нас неистовая, сначала должна была быть четверка, сейчас у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неистовая шестерка, и в студии у нас сегодня Коля Николай за BMW клуб отвечает. Прекрасная Ева, подруга Дилары, вот, Диларочка, само собой. Потом у нас здесь Янчик, Янчика вы знаете, 100%. А его... Прекрасно. Это сестренка. Есть что-то, моя сестренка родная, да. Ребят, контакт всем ее. Ты свободная? Не шиперите, пожалуйста. Ты свободная? Ребят, ее контакт оставляю внизу. Короче, мы сейчас будем снимать очень классный видос. Видос называется «Горячо-холодно». «Горячо-холодно» — это игра, где мои прекрасные гости будут прятать свои прекрасные автомобили. Автомобиль у нас сегодня X5, BMW Maybach, эксклюзивная модель, и новенький Porsche Cayenne. Porsche Cayenne Coupe 2023 года. Короче, ха-ха, половили. Итак, суть игры. Ребята будут прятать от меня свои машины, и я, как вот, должна буду их найти в ограниченной зоне. Зону я показываю вот здесь вот на карте. Она прекрасная такая у нас, карта большая. Ребят, сразу говорю, нельзя прятать машины на каких-то частных закрытых территориях, потому что мне будет очень сложно их там найти. Нужно их прятать где-то... Ну, типа, в зоне доступа. Но полет фантазии должен быть абсолютно неограничен. То есть, чем вы более сложно спрячете машину, тем лучше. Потому что выиграет тот, чью машину я не найду. Частная территория что такое? Ну, типа, я не знаю, в поселок заехать. А, типа, на участок? Да, кому-то на участок, в дом, там, не знаю, попроситься дать 5000, сказать, мы тут у вас пересидим, и, ну, часик подождем. 500 рублей, Ангелина. На подземную парковку тоже нельзя заезжать. Время, за которое вы должны будете спрятаться, это, типа, час где-то. Мы за час спрячемся. За час спрячетесь, да, я вам сейчас высылаю карту, у вас еще есть карта, ну, я скидывала, тот же самый округ. Но, если вы думаете, что вы этот час будете сидеть на жопе ровно, вот вы спрятались, и все будет окей, а я вас буду искать, то вы сильно ошибаетесь, потому что кое-какой прикольчик вас ждет в середине игры. Очень интересно. Не расскажешь, да? Пока нет. Он придет вам со стороны операторов, короче. Я думаю, самое главное еще ребятам важно, за что вы будете бороться. Бороться вы будете вот за такого прекрасного фламинго, но он не простой. Давайте пожалуйста. Очень мило. Он не золотой, а он денежный. У него есть свой собственный капитал 100 тысяч рублей. Ого. Вот. Тот, кто... Лучше всех спрячется, забирает 100 тысяч рублей себе. Если всех найду, то заберу эти деньги себе и вложу в трактор Михаила. Подписчики знают. Вы готовы? Сейчас прям начинаем. Кто не спрятался, я не виновата. Я буду искать в труднодоступных местах. Я думаю, что мы должны спрятаться очень-очень хитро. Потому что так можно спрятаться в машинах. Понимаешь, когда куча машин стоит, тебя, скорее всего, не будет заметно. Ручки спотели? Если ты хочешь спрятаться правильно, то надо думать как Ангелина. Я Ангелина. Я еду и ищу Porsche, Бэху и Майбах. Поэтому нужно максимально как-то далеко спрятаться от вот этих мест, где Ангелина потенциально может больше всего крутиться, типа вот эти большие дороги. Итак, добро пожаловать в наш BMW Майбах. У нас здесь прекрасная Эвелина. За рулем у нас прекрасный Владимир. Вот такая у нас команда. Мы планируем проехаться, во-первых, по району, посмотреть вокруг, что да как происходит. И мне бы, если честно, хотелось спрятаться в каком-то, так скажем, закоулочке, в каком-нибудь, ну, не прям в дворе, но поприцеливаться, короче, посмотреть, что вообще тут вокруг происходит, да, в окошке поглядеть, и вернемся, когда вывод какой-то сделаем.
Все, ребята ушли прятаться, тем временем я посижу в тачке, и, как вы знаете, моя тачка немного легла, она в тильте, она в сервисе, поэтому я украла машину своего оператора. Саша, ты просто лучше, он сейчас держит камеру. Как ты думаешь, я ее сегодня? Как ты думаешь, на ней чек сегодня не появится? Короче, да, сегодня у меня такая крутая малышка, вот смотрите на нее. Пяу-пяу-пяу. А знаете, почему я на ней? А потому что она максимально неприметная в городской среде. И я буду как акула просто плавать по морской этой пучине, короче. Вы поняли сравнение, да? Саша, ты просто посмотри, у меня мурашки от твоей машины. Просто что-то невероятное. Конечно, не трактор, но пойдет на первое время. Саш, я ее запустила. Я даже не почувствовала, как она запустилась. Просто ноль звука. Гибрид. Это гибрид, детка. Так, ребятки, я сижу за рулем этой шустрой малышечки, в которой 1,5 лыж... 1,5 лошади. 1,5 пони. 1,5 литра. Электротяжка, 225 лошадей. Шустрая точила. У меня была идея выехать за ребятами на каршеринге. Потому что каршеринг — это максимальная такая обыденная тачка для города и вообще неприметная. То есть кто-то едет на каршеринге, и ты его как будто не видишь. Он как будто сразу сливается с общей атмосферой. Но эту идею мы оставим до следующего видео. Почему мы выбрали именно зону Крылатского, Крылатских холмов, живописного моста? Потому что здесь достаточно классно живописно, это раз, я эстет. Второе, здесь много мест, куда можно спрятаться, от парковок до жилых каких-то комплексов, домов. И самое главное, я не знаю, будут ли там прятаться ребята, но это очень классный плейс для того, чтобы спрятаться там. Это мой любимый плейс для фоток тачек. Там можно очень классно спрятать машину. Ну, мы, конечно, туда первым делом и поедем. Сейчас мы едем покупать кофе, потому что погода очень говеная, и хочется, конечно, какого-то допинга такого нормального ввалить. Ну, а так видос обещает быть очень интересным, потому что у нас офигенный состав. Ребята все очень мозговитые, идейные и на ажиотаже, на раше все жестком, поэтому я уверена, они найдут место, где спрятаться. Так, Юна, ты знаешь, какое-то место уже хочешь, да, показать или что? Смотри, объясню. В это место очень тяжело заехать какими-то путями. Здесь только есть один путь, это вот этот через Рублевск, откуда мы выехали. Вот так вот, чтобы сюда ехать, нужно вот так ехать. И вот сюда, если откроешь закоулки, посмотри, сколько здесь закоулков. А если мы будем... Да, а если мы будем вот здесь, то она едет по краю. Ну, она едет, она скажет, что здесь. Но, что она очень тяжело сможет остановиться, и если вовремя... Да, она не поймет. Раз проедет поворот, ей, чтобы сюда доехать, нужно столько проехать будет, чтобы опять сюда доехать. Но я могу сказать, что вот это место хорошее, и где мы стоим, тоже абсолютно хорошее место, потому что здесь, по крайней мере, муравейник. Ну, давай попробуем. Попробуем еще туда куда-нибудь спрятаться. И вот здесь церковь так выглядит, как будто фиг туда подъедешь, если она даже такая, о, церковь приблизит, она такая, ну, здесь как бы шлагбаум. Я еще думал эвакуатор какой-нибудь заказать, знаешь, и на эвакуатор машину загнать и каким-нибудь плащом ее закрыть, типа. Ну, кстати, да, чё. Давай попробуем. И знаешь, и как-то на парковку поставить машину, и вот как-то так, чтобы ее невозможно было увидеть сбоку, а только передом. По сути, она же не увидит, она будет видеть только машину эту. И она вообще этого не ждала, она думает, что мы будем прятаться. Сейчас я позвоню своему другу, может быть, у него есть эвакуатор. Спартак. Алло, Спартак, привет, я сейчас, я на съемках, просто я не могу тебе ответить. Смотри, скажи, пожалуйста, у тебя есть номер эвакуаторщика какого-нибудь? Ну, сейчас скину. Ну, вроде что-то есть. А можешь скинуть? Да. Давай. Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. А вы эвакуатор? Да, верно. Ага, подскажите, а у вас есть накидка на машину, ну, такой плащ, типа? Какая машина? X5, BMW. Не, таких нет. А какие есть? Это на рынках надо смотреть, мне кажется. Понял, ладно. Какая машина у вас, X5? Нет, таких нету. А для чего есть? Ну, для Lexus'ов есть, вот. Да, для Lamborghini. Для Lamborghini есть вот такие вот дешманские. Ну, на самом деле, можно просто отъехать как можно дальше и вот так вот на парковке встать. Но это как будто самое скучное, что можно придумать. Какой контейнер взять бы и туда? Кстати, можно с какими-нибудь дальнобойщиками договориться, типа, и чтобы они, ну, закрыли со всех сторон, типа. Они мне скажут, мальчик, блядь. А я смогу вообще заехать? Как будто бы машина шире, чем. А я пойду у него узнаю. Чья фура? Уберите ее отсюда, пожалуйста. О, здрасте. Вот там. Все, сейчас. Здравствуйте. Сразу дам знать, что я могу заплатить вам. Если появится у вас такая возможность загнать мою машину к вам в кузов и просто постоять, вам ничего не надо делать, просто постоять. А, не можете, да? А, то можно было, да, в теории? Я начал орать, он такой...
Ты видел? Блин, у меня уже паника. Сколько, минут 40 осталось? Итак, какой у нас план? Мы сейчас едем в охотничий рыболовный магазин. Нам осталось купить сеть, мы, в общем, возьмем эту сетку, накроем на машину и припаркуем машину на городской парковке. Она точно не заметит, вообще ничего не поймет. Ну что, погнали? Скажите, нам нужна сетка большая. Нам, короче, надо машину накрыть полностью сеткой и где-то припарковать. Ну, вот такая. Очень взрослые дяди общаются. В общем, нам не повезло. В магазине не оказалось сетки. Ни сеток, ничего, никак мы не сможем машину нашу укрыть, прикрыть. Давайте, может, тогда возвращаемся в зону, где-нибудь прячемся, да. А что, если мы поставим машину так, ну, грубо говоря, я сейчас очень утрирую, вот сюда прям ставим, и вот этот забор просто разворачиваем. Мы тем самым движение, понимаю, перекрываем и так далее. Допустим, кто-то из нас будет стоять на стрёме. И как только увидит Ангелину, мы перекрываем. То есть она сюда заедет, увидит, что перекрыто, уедет. Идея классная. И было бы гениально на мойке сделать, спрятаться на мойке, которая... вот ты сам моешь ее. Да-да. И обмыть вот этой пеной. И залезть внутрь машины и сидеть в пене. Да, если они так сделают, то, ну, я ничего им не скажу. Я им не подскажу. Интересно, догадаются ли они сами. Может, на мойке реально? Знаешь, типа помыть и поставить среди новых, типа. А так, нет, они мыть, во-первых, долго будет. Я говорю, может быть, на мойку ее загнать, вот реально и... Давай мойки. Ну, давай попробуем. Давай мойку так, найдем так где-то. О, мойка. Автомойка. На базу. Опа. Закрываю. Он... Мы приехали, там закрывают. Мы просто видео снимаем на YouTube, и у нас, типа, прятки на машинах. Мне нужно машину спрятать где-то. Я решил ее спрятать здесь. Мы можем вас часов на 6 и более оставить здесь. Еще раз напоминаю, ради чего идет борьба. Вот, денежные фламинго. И какие-то 100 тысяч рублей. Я его украла у Мишель, кстати, поэтому он особенно ценен. Итак, наша задумка, наши конструкции. Это мы загнали в угол двора, получается, машину. И сейчас с помощью сильного Владимира... Сделаем вот этот вот заборчик, чуть-чуть вот так вот перетащим и тем самым закроем нашу машину. Чтобы казалось, как будто бы тут тупик, и это вот эта машина припаркована в самом углу. Вот, не растерялись, нашлись. Дилара не очень рада, да? Все, там Владимир договорился. О, все, мы все, это все законно, нам разрешили. Дилара, что у тебя в руках? Мне то, что мне законно разрешили взять. Это вот руководитель вот этого всего проекта разрешает нам поснимать чуть-чуть. Спасибо большое. Спасибо большое. Ручки. На ручки. Держи. Итак, смотрим, как это выглядит со стороны. Я бы еще забор чуть-чуть подвинула влево, потому что если Ангелина приедет оттуда, а это тупик, напоминаю, она приедет и увидит вот так. Выглядит очень хорошо. Так, мы сейчас отгоним. Она вызывает людей, но люди уже здесь. Вы видите, тут даже огорожено, и здесь нельзя парковать, но это же мы огородили. И причем законно. Да. Нам разрешили. О, поехали. Ну, как будто бы вот здесь можно встать. Да вот уже так можно. Мне кажется, вправо нужно встать, чтобы... Сейчас я посмотрю просто, может, там можно дальше проехать. Вообще можно. Главное спрятаться вот сюда хотя бы поставить ее, чтобы за кустами она уже оттуда нас не... Я обнаружил. Нет, езжай, я буду смотреть туда. Ну, ты здесь же проедешь? А я очень хочу в туалет сбегать. Да, привет. Вот неожиданно, да? В самом неожиданном месте. Салют. Прячемся у нас, съемочки. Машину нужно спрятать будет. Не да, знаешь, там можно спуститься? Мало да, не ехать. Не ехать? Давай, так быстренько, ладно, мы. Я думаю, это достойно. У нас остается ровно 5 секунд до начала моих поисков. Все. Кто не спрятался, я не виноват. У вас был целый час, ребята. Смотрите, мы находимся все приблизительно в одном месте, на самом деле. Что нам сыграет на руку, так это то, что она не сможет точно понять, нашла она всех или кого-то одного. Она не знает, здесь кто-то один, или же мы все втроем здесь. Но мы, мне кажется, прям смотри, где мы стоим просто на карте. Это прям вот. Ну, как бы вот сюда надо прям постараться заехать. А видео, мы блогеры, прячемся. А снимать нельзя? Да. А, нет, ну мы не снимаем еще, пока что просто стоим. Ну вот выезжайте отсюда, а то я сейчас сфотографирую, будет штраф. А здесь нельзя стоять, получается, нет, да? Нельзя.
особо охраняем природную территорию. Ладно, сейчас поедем. Блин, вот какая вероятность встретить человека, который, блин, типа, ладно, давай сейчас сделаем не то, что мы уедем. Куда бы поехать? Если бы я была моим гостем, я бы выбрала какое-нибудь иное местечко. Но давай мы поедем, знаешь, куда? Мы едем сейчас в мое любимое место, где я фоткала свой геличек родной, любимый, в тройном моем обвесе. Мне кажется, что это место кому-то да точно приглянулось. Да, кстати, ребята не знают, на какой машине мы сейчас их ищем, поэтому каждая машина для них потенциально это хищник, который может их поймать. А кто-то спрятался? Я сейчас людей вызову. Уходите. Вы зачем стоите в общественном месте? Вам кто разрешил стоять в общественном месте? Я сейчас вызову людей. Ко мне в салон мой автомобильный не могут дойти из-за того, что вы стоите в этом вот месте своем. Нормально вообще? Я тут стоять. Мы все рядом. Ну, мы не прям рядом. Ну вот они прям совсем вообще в лесу. Но написали, что еще пока что никого не нашли. Это супер. Надеюсь, мы будем самым последним. А я вообще-то хотела бы, чтобы всех уже нашли. Ну, кстати, у нас как будто креативная достаточно прятка. Мало того, что нам не говорят, какой у нас сюрприз будет, так я еще не знаю, на какой машине будет ездить Ангелина. Насколько я знаю, ее персик сейчас находится в ремонте. Такой некий вопрос висит, на чем же она будет сегодня нас искать. Вот. Я думаю, что у нее либо машина такси, когда сразу будет понятно, что это таксист, и ты типа не подумаешь, что это Ангелина, будет казаться, что это таксист. Либо она придумала какой-то креатив, который мы вряд ли догадаемся, потому что, ну, креатив, как вы понимаете, дело такое. Может, там, ну, что она делала? Она значит, бублик делала из гелика. Пончик она делала. Она и травянистый гелик еще делала, я помню, господи. Дай просуждаем пока. Машины просто взрываются, у всех стояла эта херня. Она на взрыв едет. Ангелина монстр просто. Так, ну какие, что может быть? Какой может быть сюрприз? А ты как думаешь? С чем может быть связан? Либо этот сюрприз нам антисюрприз будет. Ну да. Ну еще нам сказали, типа, смотрите по сторонам. Да? Ну да. Ну, кстати, если это какая-то тачка, то она сюда вряд ли проедет. Так. Самое долгое ожидание и напряженное. Причем у нас-то это приукрашивают. Такой, ты знаешь, машину моют, да, у нас бургеры есть, и мы сидим просто под колокол в лесу. Смотри, как красиво. Вот надо было же кому-то здесь спрятаться, правильно? Правильно. Ну, я что-то никого здесь не вижу, если честно. Приезжал здесь Porsche Cayenne, Maybach, BMW Maybach, да? Здравствуйте! А подскажите, пожалуйста, вы не видели здесь Porsche Cayenne, Maybach и X5? Не проезжали? Ладно, хорошо вам улова. Спасибо. Мы едем в сторону границы нашей зоны, но я собираюсь повернуть направо. Кофемания? Там обязательно, кажется, надо проверить. Там точно. А еще надо проверить, нет ли там латте-матча на кокосовом молоке. Я думаю, оно там точно есть. Поехали. Давай на эту парковку заедем, посмотрим. Стул сейчас я как припаркован, отлично. Почему это так смешно? Самое почетное место у нас достается Смарту. Под этот трек это страшно. Какой трек? По авторским там не прилетит случайно за трек? Последний пистолет момент. В голову так. Нет, в последний момент специально. Типа, у нас, например, они уже знают, где мы. Прикинь, нас уже нашли, но они просто выжидают. Я говорю, мы как параноики сейчас сидим, типа, а что если так? А что если тот чувак, блин, он по-любому тоже с Ангелиной был? Да, жутко. Ждите, скоро будет. Я буду пока медленно пробираться, как акула, как касатка к пингвинам. Короче, у меня любимое животное в детстве была касатка, я обожала касаток. Мне очень нравилось, как они играют с этими, с тюленями. Они тюленей подбрасывают, танцуют с ними, потом хавают. Это X5 точно не Коли, потому что он без обвеса, у него не 4 выхлопных, и он не сделан под X5M. Ладно, нет. Все нормально. У Коли очень стилевый X5. Это уже попахивает контентом. Сервис BMW. Здесь место Коли. Не могли попросить какого-то сервисмена, типа, пустите к себе на какое-то время. Здрасте, а подскажите, вы не видели здесь X5, Cayenne, Porsche и Maybach? Не проезжали? Ладно, спасибо, хорошего дня. Я помню, я в эту игру играла со своей сестрой, и мы ограничивались одной комнатой. Сейчас я девочка уже взрослая стала, поэтому я ограничиваюсь районом. Но
У нас еще есть один козырь в рукаве. Я надеюсь, мне он очень поможет. Касатка! Касатка чует кровь. Но чует ее плохо, с обонянием у нее проблемы. Слишком много духов она нюхала в своей жизни. Я думаю, на карте это выглядело так все очень скучковано и как-то камерно. А когда мы начали ездить, я понимаю, что это просто огромная зона. Невероятно огромная. Блин, мы сейчас будем проезжать кофемани. Мне кажется, что на парковке кофемани должны быть. Вот мы снова в кофемани пойдем. А, да, конечно, надо будет проверить, в кофемании ли он. Ой, смотри, какие-то эти гаражи. Саша, там горячо? Холодно. Да, блин. Ну что, Саш, выпускаем Кракена. Давай, прикольчик наш. Отправляем ребятам ссылку? Да, сейчас Саша отправит в общую группу новую ссылку с новой зоной, которая будет находиться внутри большой зоны. То есть мы сузим круг, и те, кто будет за пределами этой зоны, нужно будет резко перепрятаться. Типа за 15 минут, да, можно спокойно тапку в пол дать и перепрятаться. Но это про то, что я говорила, что они не будут сидеть на жопе ровно. А вдруг они и так в этой зоне? Сейчас узнаем. Такого же не может быть. Давай переключимся к ребятам и узнаем об этом. Давайте посмотрим на их реакцию. Короче, ребята, это сужение зоны. Всем, кто находится вне нового круга, нужно будет переместиться внутрь него. Let's go. Так, а мы... Я надеюсь, в кругу. Сужение зон. Вот я так, я сказал то, что будет сужение зон. Ну, я предположил, потом говорю, нет, не может быть сужение. И что мне делать? Да! Круг, сидим дальше. Вы рады? Очень. А, ну все, норм, ничего в зоне. Не здесь. Не в зоне. И до какого момента она будет сужаться, интересно? Бля, он уже думает все. Да, а мы тут осознали, что мы чуть-чуть за зоной, вот мы. Ребята, да, мы за зону заехали. Но мы не специально. Да, мы думали, мы как бы были в зоне, и тут бах, и не в зоне уже. Блин, как обидно, она бы туда вообще не заехала, это же вообще... Ну да, да, если бы было вот на этой стороне улицы просто, слева. Мы бы... Ну, прикинь, ее за это время в пленочку перекрасить в синюю. В синюю пленку, и все. Она мимо проезжает, смотрит. Блин, ну, кстати, да, просто тачку перекрасить. Знаешь, это как в GTA делали, короче. Да-да-да, заезжал. И все, перекрасил. У тебя 5 звезд, и заезжаешь просто на мойку, выезжаешь синим цветом, и они такие, где машина, которая заехала в эту единственную коробку, где она? Автомойка. Yes! Ес, 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 кепочка, 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 БМВ. Здорово, пацаны. Все максимально там надо вымыть, почистить. Прям не торопясь, вот так вот. Все, машинка стоит, прячется, моется, мы пойдем покушаем, потому что я вообще с самого утра сегодня не ел. Мужикам дал задание, говорю, пацаны, не торопитесь. Я закинулась кофейком, мне стало получше. Какая стратегия у меня сейчас? Мне кажется, что нам нужно повернуть вон в те дома, потому что они, скорее всего, где-то там спрятались. Прошло уже больше получаса, я до сих пор никого не нашла. Ощущение, что сестренка Янчика, она знает толк в прятках. И она прям хорошо. Бы, где-то они спрятались. У Коли в этом плане, у Коли в этом плане форы нет, потому что он один. Думаешь такое, что вот здесь тепло? Нет? Холодно. Да, мы выехали, по-моему, из того, что нужно было. Давай сейчас вот сюда выедем. Можно? Сюрприз номер два. Только что разбились кто-то на машине, такой же, как у меня. Такого же цвета, да. Только будто это я. И сейчас все будут думать, что мы такие, типа, ага, они хитрые, они пересели на другую машину, решили спрятаться и бали. И все, Ангелина будет такая, о, нет, они попали в аварию, а мы на самом деле здесь. Ты чем меня пугаешь? Остановись, пожалуйста, реально остановись, я не шучу. Подожди. Это вообще новость. Помнишь сестру Янчика? Да. Это пиздец вообще. Спрятались, называется, пишет. Что? Что? Ты серьезно? Я вот тебя сейчас показываю. Где это? Они написали, что это шутка. Вы что, угораете? Ребят, вы дураки, что ли? Я уже начала тут чуть ли не плакать. Зачем так шутить вообще? Ладно, ладно. Я очень боюсь аварии. Я очень боюсь, когда люди, которые мне известны, знакомые, и я с ними общалась, вообще мой какой-то круг моих людей попадает в аварию. У меня сразу вьетнамские флешбеки, короче, я не знаю, прям. Янчикс! Жесть. Ладно, давай сконцентрируемся. У нас осталось мало времени. А что, в принципе, как думаешь, ну, типа, вот у нас есть шансы выиграть? Все шансы выиграть. 1000000%. Мы тут сидим на кайфах просто. Это на грани нарушения правил. Типа автомойка, вроде и закрытое место, вроде и частное, а вроде и автомойка, и публичная.
вроде и под землей, а вроде бы и наверху. Вам нужно сейчас отправить одну любую фотографию из-за руля машины. Вы можете сделать как угодно, чтобы это было неприметно, по вашему мнению, и так далее. Это будет небольшая подсказка для нас. Да, у нас запотевшие окна. Парковочка. Мне кажется, надо дальше проехать. А, говорят, выезжай, говорит. Этот хочет заехать, какой-то тип помыться. Я говорю, может, я оплачу вам просто мойку, а вы... Он сюда, мне выехать надо? Я вам пару рублей накину вам. Давай сделаем вид, что мы что-то делаем. Не, мне вообще стыдно. Он прямо ждет, а я хожу салфеткой, вытираю машину. Вот здесь горячо? Может быть, на мойке? Может, они все это время моются? Или меняют шины с зимнего на летний? Давай спросим. Здрасте. А вы случайно здесь не видели X5? У ваших людей возят X где-то. Они тоже снимают. Вы видели какого-то чувака с камеры, да? Два чувака. Отлично! Хорошего вам работы и хорошего дня. Побежали! Мне кажется, что они нас пранканули. Тебе так не кажется? Я надеюсь, что они хорошие и не пранканули нас. Я смотрю на фотографии, которые прислали чуваки из-за руля. Так, окей, Янчик в каком-то лесу. Дилара где-то около дома. Голубо-белого дома. Таких много. Коля в каком-то сервисе. А пройдем-ка дальше. Там должна быть плитка. Все шансы выиграть. 1000000%. Мы тут сидим на кайфах просто. Это на грани нарушения правил. Типа автомойка вроде и закрытое место, вроде и частное, а вроде и автомойка и публичная. Да! Ты первый! Ты первый, кого я нашла! Иди сюда! Ты первый, кого я нашла! Я уже потратил 100 тысяч, если понимаешь. Куда? На ты помыл сумку. Машину комплексом в Москве? Марине на сумку, да? Реально? Да. И знаешь что? Если бы ты не прислала эту фотографию, я бы и не поняла. Она увидела фотографию и такая, а давай дальше пойдем. Коль, давай я поехала дальше искать. Можно я за вами туда поеду? Давай. А поехали за мной просто. Блин, это капец, я отвлеку, у меня так сердце, блин. Какие 100 тысяч? Главное, это фламинго. Я же так вот испугался. Он, я смотрю еще на твой взгляд и такой. Зато машину хорошо помыли. Я так рада, что мы Колю хотя бы нашли. Но он спрятался так прям по-умному. Слышишь, умная мойка чистая была. Дилара прислала фотку. Там голубо-белый какой-то дом. Голубо-белый дом. Я вижу, да, их пипец как много, блин, нельзя было придумать какие-то разные цвета, там, домов, например. Мне кажется, что я вижу тот, в котором она потенциально могла спрятаться. О, стой, подожди, он справа еще какой-то. Блин. Ой, тут еще один, смотри, сколько. Это оказалось сложнее, чем я думала. Наташ, они похожи, Наташ. Тут еще один. Господи, сколько их много у меня. Паника начинается. Реально, просто все на один вид. Янчик так сфоткал еще, знаешь, из-под тишка. Вот так вот, блин, что вообще ничего не видела. Горячо, холодно? Тепло. Типа, не, я как бы норм. Но я просто... Ожидания мои были таковы, что я вообще классно спрятался, что меня никто не найдет никогда. Она выскочила, я сначала не понял. Я такой... Не-не-не, ты не ко мне, иди отсюда. Иди, кш, кш. Она дверь открывает. Ой, блин. Колю нашли, сказали. Колю? Да. Ну, его БХ, конечно, выделялось. Он сам выделялся. Он прям ходячий БМВ логотип. Остались Янчик и мы. Ну все, мы уже не первым, считай, выиграли. Они Колю нашли, значит, они сейчас через нас будут ехать, понял? Почему? Ну, потому что вот Коля, они его нашли. Значит, будут ехать и будут ехать. Ну, Дилару тоже легко будет найти, как будто. Смотри, если будет ехать, ну хотя непонятно, как, и здесь близко, и здесь близко. Она может сказать близко, она пройдет дальше, она спросит, еще раз близко? Она скажет, да, тоже близко, потому что по факту здесь близко. Да они сейчас ей вот здесь начнут подсказывать. Почему? Они просто будут говорить близко. Она может не понять, что налево или прямо. Она пройдет прямо и скажет тоже, да, близко, потому что уже близко будет к ним, понимаешь?
нас, если что, осталось 4.58. У Янчика деревья вообще. По деревьям, блин, этих деревьев в Москве. Елена сейчас не найдет вообще никого. Нам нужен дом с деревьями прямо под окном. А Димара двигается уже страшно. Трясется. Я еще никогда так не навостряла свои глаза. Горячо? Горячо. Я потом это снится будет в кошмарах. Ангелина ищет. Дилара куда-то, походу, чуть убежала. В дом зашла, заехала. Опа, все, повернули. Офигеть. Что за фигня? Пурум-пурум-пум. Подожди. А как мы проедем? Подожди. Просто в мире диких животных. И смотри, что мне прозвенело. Пупа. Просто чётенько, посмотрите, мне прозвенело. Охренеть. Нет, да не, да реально? Да, я просто на последнюю секунду прихожу и вот так докасаюсь. А так вы могли пятихариксы забрать. Блин, я, Саша подтвердит, я, короче, подъезжаю сюда, и я не понимаю, как дальше проехать, потому что здесь все перекрыто. А потом я чисто вот своим зрением секунды вижу силуэт машины. Это было гениально. А я еще не думаю, почему она едет до конца, кто едет до конца, потому что понятно, что тупик. Блондинок не останавливать, какие тупики, я вам так скажу. Мы сейчас сделаем одну пранковую вещь, которую Янчик не ждет. Но сзади меня X5 Коли и Майбах Дилары. И мы все дружно едем к Янчику. Блин, мы расстроились. Так, давай еще раз. Ну, блин, мы расстроились. Вторая попытка сделать постанову. Как? Скажите, как? Красиво, очень красиво. Мы даже с Меткой не могли вас найти. Мы просто здесь кружили уже минут 15. Вы были здесь уже? Нет, вообще, мы были вон там. Че? Блин, ну, короче, хотели мы пранкануть вас, что я, типа, вас нашла. Да мы видели, уже, что вы уже, типа, на досягу. Время уже закончилось, поэтому... Охренеть. Давайте поздравим больше, наших, да? победителей, ребят. Я считаю, что заслуженно, абсолютно заслуженно. Да, хорошее место. Они давай получают пить. Фламинго. Кто? Давайте так. Кое-как. Я знаю, чья идея это была. А, да. Смотри, ну... Я сказала, что она еще та, блин, путеводная звезда. Ребята, короче, у нас главный победитель — это Янчик. Я считаю, что его победа, она безукоризненна. Вы сами видели, как он спрятался. Но хочу отдать должное каждому участнику. Каждый участник проявил фантазию. Напряг все свои извилины. Что Коля, что Дилара, вы реально большие молодцы. Вот. Но главный приз в виде вот этого прекрасного фламинго достается тебе. Но. Твоя фламинго вот тебе будет. Нет, ей 50 000. Да? Да. Ну и вот такой скромный приз, конечно. О, спасибо. Это тебе на замену панорамы. Одна 35-я часть от панорамы. Спасибо, что смотрели. Давайте я сейчас спрошу у вас, как вы догадались спрятать свои машины? У тебя была какая-то интересная история. Короче, мы приехали сначала искать места. Мы думали встать на дороге, вот прям где-то проходит, возле Рублевского шоссе. Да. Там прямо возле дороги было место такое, казалось бы, сначала хорошее. Мы проехали его, приехали сюда. Я такой говорю, ну здесь точно нет смысла прятаться, как будто бы какое-то очевидное место. Все, в итоге... А? Ну вот в церкви, да, как бы. Это он мне говорит. Нет, слушай, мы не знали, что там есть еще более интересное углубление. Потом, когда во второй раз сюда приехали, мы такие, опа, да, так, там что-то есть. И все, поехали сюда, благодаря вот Юне. Большое спасибо. Но мы когда там встали, к нам подходит мужик, он открывает окно, говорит, что вы тут стоите? Он говорит, что сказал? Сын мужик выходит, говорит, что стоите? Я говорю... Что я сказал? Я говорю, типа... Да, мы стоим там, походу, мужик, типа, что вы стоите? Я говорю, тебе какая разница? А я говорю, тебе какая разница? Он достает такси, вы такой, я говорю, ага, понятно, ладно. Что вы там все прячете, что ли? Да, да. Природная, типа, безопасность или что такое? Блин, мне кажется, это офигенный видос. Ребят, если вам понравилось, ставьте палец вверх, пишите свой офигенный комментарий и кого позвать в следующие «Горячо-холодно». Пока-пока!